Всем добрый день. Летний душ. Сегодня очень много видео про летний душ. Монтируют каждый день чуть ли одну-две летнего, один-два летнего душа. Поэтому коротко расскажу. Значит, стандартная ширина метр. Длина бывает метр или два. То есть с раздевалкой или без. Высота, например, вот низкий идет. 2,60. То есть 2 метра. И крыша еще 60. Также есть, вот сейчас заказывают за моей спиной, так сказать, в офисе 3 метра. Им нужен высокий. То есть, обратите внимание, сейчас откроем дверь. Здесь еще ставится, ребята прикручивают крючок. Видите, вот получается от трапика до кранчика где-то всего лишь 1,75 м. То есть для низкорослых садоводов, огородников или кто любит на даче помыться в хороших так условиях, но нет бани там и так далее. То есть моечной, нормальной душа или дома. Вот. А 3 метра он получается выше еще на 40 сантиметров. Вот на высоту здесь 250 бак стоит, обратите внимание. 250 бак, да? То есть на высоту его еще выше. И человек уже не упирается головой в бак. То есть для высоких. Или же можно поставить вот здесь. Если кто видел, сегодня заеду, поеду на дачу, сниму, как у меня сделан. У меня стоит поддон. То есть в высоком, душе стоит поддон. Чтобы можно было из поддона уходила вода, у меня уходит в дренаж конкретно. И удобно помыл, эмалированный поддон, обычный Леруа купленный. Что еще? Также можно сделать, в стандарте идет дверь в торце, можно сделать ее в стене и так далее. Если, например, по комплектации, если у вас душ с раздевалкой идет, по умолчанию шторка, вешалки, мыльница, вот, и наборчик небольшой. Также трапик дополнительный. Сейчас очень, я вам скажу, стало брусок подорожал ровно практически в 2 раза. Вы уж не обижайтесь на наши цены, но бесплатно. Бесплатно даже, как говорится, не танцуют танцоры. О, слышите, гремит. Работает цех у нас. Кому-то теплица делает. Также, смотрите, по комплектации. Мы переделали уже. Он сейчас идет в базовую комплектацию. Ручка-замок. Очень удобно. Я даже себе поставил на душ. Можно зайти снутри, закрыться снаружи. Никаких шпингалетов. По бакам. Баки бывают с подогревом, без подогрева. 150, 200, 250 литров. В среднем все берут 200 литров с подогревом, если честно. Но лучше, у меня стоит на 250. Объем больше, надежнее. Сейчас лето, жара, даже тен не включаем, нагревается от солнца. У баков, значит, с подогрев уйдет уже в комплекте перелив. Потом вот нагревательный элемент с термодатчиком. Идет потом подключение для подключения воды, вот, ёрш, и крышка горловина на 300. Сборки собираются очень легко, сам каркас, тут вот эти отверстия просверлены, как видим, видите, всё саморез, собрали, поликарбонат сверху накрыли, ничего сложного нет, стены, крышу, все четко и красиво, так что покупайте летние души, соблюдайте гигиену. И будет вам мир. Будет все прекрасно. А мы сейчас поедем и покажем вам у нас на даче наш летний душ. Так, сегодня день будет у нас рассказов про летний душ. Вот так вот. Это наша выставка. Кто не помнит, кто подзабыл.